Мастер Макаров уехал на Багамы и на время отсутствия предложил волшебникам самим выбрать следующего мастера. Что проводить выборы? Я и так самый классный. Ну, я самая классная. Нет, я. Ты пожалеешь об этом, муравьишка. Демократическая драка. Это не выборы, это просто драка. Настоящие выборы проводятся не так. Для настоящих выборов нам нужен ящик для голосований, кандидаты, каждый из которых представляет свою политическую программу, а мы выбираем понравившегося. Выносите ящик. Нет, тебе точно не быть мастером грязной извращенец. Иди оденься. Грей совсем не подходит на роль мастера. Я всей душой люблю Фэри Тейл и желаю ей только лучшего. Свети все сильнее. Госпожа, вы не уроды. Может, даже и красиво. Но вы упады и плаксиво. Что? Накажете? Кандидатура моей мечты. Вот она, вот она. Карма станет мастером. У нас всегда будет пиво и здоровенный сушеный язь. Ты музычный сортир. Карма, подожди. Так, а все помнят, что у Люси день рождения? Что же ей подарить? С этими выборами мы совсем про него забыли. Предлагаю купить ей какой-нибудь костлый костюмчик. Она же это любит. По-моему, это как-то грубо. Ребята, давайте все спокойно обдумаем. Кому напитков? Мирай Джейн, ты настоящая волшебница. Не хочешь баллотироваться? Примирие, надеюсь, наконец-то наступит порядок. Никто не будет бить, драться, и все будут любить друг друга. И все будут любить друг друга. Ну так о чем ты? Все пути к отступлению перекрыты. Если кто-либо из вас считает, что вы можете победить без меня, давайте, пристрелите меня. С тех пор, как вы вступили в орден ученых рыцарей, у вас только два выбора. Выжить со мной или умереть со мной же. Вы со мной? Может, водички? Я плохой товарищ. Поставил вас в неловкое положение. Ударь меня, Люси. Госпожа, может быть, только меня. Ломай меня полностью. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты сможешь? Mm-hmm.
А может быть, я тоже смогу стать мастером? А может быть, я тоже смогу стать мастером? А может быть, я тоже смогу? Мое имя звучит лучше. Именно. Жалую, что у тебя парни. Какая